образ этой птицы берет свое начало из пермского звериного стиля, когда люди стремились быть ближе к богам для того, чтобы получить высшее знание. Это не просто птица, это человек-птица. Эта птица воплощает в себе все самое высшее, что есть в человеке, что есть в спортсмене, стремящемся к победе. Трофей любых соревнований отражает особенность того места, где проводятся соревнования. Мы однозначно не могли пройти мимо того, что здесь у нас была рождена сварка. Чтобы создать такой трофей, нельзя использовать обычные сварочные режимы, обычные сварочные технологии. Сварщик должен чувствовать каплю, понимать ее натяжение, не дать ей сорваться или наоборот, соответственно, не сплавиться с металлом. По капелькам, по капелькам, по капелькам создает, творит шедевр. Это долгий, кропотливый труд. Не менее долгий, я думаю, чем путь спортсмена к пьедесталу. Эта птица олицетворяет видение сверху. Человек-птица считался высшим существом. Достичь этого мог не каждый. Уровня человека-птицы может достичь только избранный.